18 декабря отмечается Международный день мигранта. Города России не стали исключением. Рязань также показала свою заинтересованность в миграционном вопросе. На научно-практической конференции собрались не только руководители национальных общественных объединений, представители власти и правоохранительных органов, но и преподаватели Рязанского государственного университета вместе со своими студентами. Главной темой на повестке дня стало обсуждение ряда проблем, характерных для российской миграционной сферы. В основном иностранных граждан прибывает на территорию Рязанской области с целью работы. Это 32 208 человек, что составляет 61% от общего количества прибывших. Ну, на втором месте можно отметить это въезд с частной целью, с которым въехало 16 084 человека. Выступали со своими докладами и студенты с экономического факультета, чем показали свою осведомленность в обсуждаемом вопросе. Официальный тон конференции организаторы разбавили выставкой научной и художественной литературы по миграционной тематике, а также тематической фотовыставкой. Что бы мне хотелось бы отметить, что в рамках нашего круглого стола работает фотовыставка «Моя профессия, моя гордость». Наверное, вы видели в фойе, где отражены в кадрах трудовые мигранты, работающие в Рязанском регионе. Но именно на их примерах можно увидеть, что человек, владеющий профессией, определенной специальностью, найдет свое место под солнцем везде, неважно, там у себя на родине или за пределами. В любом случае, если отбросить все научно-политические аспекты, останется сфера, где могут гармонично строиться и развиваться межнациональные отношения. Такой сферой является культура. И в этом направлении Рязанская область работает, опираясь на многовековой опыт совместного сосуществования народов России.